И сегодня же президент провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Касым-Жомарт Токаев выразил слова солидарности японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением. В свою очередь, японский премьер с сожалением сообщил о вынужденном решении перенести сроки своего официального визита в Казахстан, в том числе для участия в первом саммите диалога «Центральная Азия плюс Япония». Глава государства с пониманием воспринял это решение. Собеседники обсудили перспективы развития казахско-японских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам межрегионального взаимодействия.